Ребята, вы мне не интересны вообще. А вы нам воспитаны. Не интересны. С таким отношением к нам. О судьбе Дома кино на повышенных тонах саратовские документалисты против сторонников прежнего руководства Нижневолжской студии кинохроники. Представители старой школы поддержали решение об увольнении директора Андрея Наймушина. Если кто-то из журналистов хочет посмотреть, что снимает Нижневолжская студия кинохроники, то это волосы дыбом встают. О творчестве студии режиссеры говорят на эмоциях, утверждают, профессионализма недостаточно, да и сотрудников достойных мало. А фестиваль «Саратовские страдания», по их мнению, вовсе не заслуживает внимания. Если этот фестиваль будет жить, то ради бога, мы будем только за. Хотя я лично, вот сколько он там лет уже, никогда в жизни не отдам ни одной своей картины. Достаточно фестивалей по России. На фестиваль Татьяны Викторовны Зориной и Наймушина, потому что я к этим людям отношусь с огромной брезгливостью. Вообще там кино – это фигура речи просто. Фигура речи, не более чем. Сейчас студия на грани банкротства. Денег на показы фильмов и зарплату сотрудникам не хватает. И хотя новое руководство обещает решить проблемы, верят этому пока не все. Новое руководство божится и клянется, что, конечно, они будут приносить пользу, но пока мы этой пользы никакой не видим. Вот Феклистов уже 2,5 месяца директор на студии. Он пришел в конце декабря, 24 января он впервые собрал коллектив, чтобы, скажем так, познакомиться. Встреча вот проходила так, он ковырялся в сейфе и пытался говорить. И последнее, что он сказал, что предлагаю всем уволиться, мне вам нечем платить зарплату. Первый этаж здания студии не принадлежит. Прежнее руководство продало его. Поэтому вчера, говорит вахтер, билеты продавали прямо у входа в зал. С этой недели показы фильмов в Доме кино возобновились. Цена билетов прежняя, репертуар классический. Только вот желающих посмотреть его пока немного. Кристина Трушина, Алексей Чудин, новости «Телеобъектив».